У Гомелі відбулася зустріча старшині облвиконкома Владимира Дворніка з ганаровим консулом Республіки Білорусь у Неаполі Вінченцо Трані. Розмова йшла об взаємовигідному співпрацівництві у сфері заміжного бізнесу, який може працювати і приносить прибиток у нашому регіоні. Більше як 5 років тому Вінченцо Трані заснував у Білорусі компанію по предоставленні лізингових послуг малому і середньому бізнесу. Перший фінансовий інститут зі 100% італійським капіталом. За період работы компании профинансовано лизинговых проектов на сумму 35 миллионов евро. У бюджет в области поступило больше за 10 миллиардов рублей податков. На думку Вінченцо Трані, инвестировать в Гомельскую область и в огуле у Беларусь – это выгодно. Перш за все, это продиктовано политической стабильностью, а так само добропристойностью и обовязковостью белорусов. Одразу после официальной встречи Вінченцо Трані отправился на открытие нового офиса компании «Микролизинг». Головное предприятие в Гомеле разместилось в самом центре города на проспекте Ленина. Микролизинг входит в международную группу компаний, которая предоставляет финансовые услуги у Беларуси, России, Молдове и Армении. И она успешно осуществляет свою деятельность для физических и юридических особ. Мета компании – содействие экономическому развитию малого и среднего бизнеса шляхом предоставления якостных лизинговых услуг без додатковых закладных обязательств. Сегодня в Беларуси налишивается 5 офисов компании «Микролизинг», где предоставляют полный спектр послуг – от финансирования техники и автотранспорту до обсталявания инструментов. Наши клиенты, предприниматели, обычно выбирают техника или транспорт, который им нужен, и выбирают дилера, который им это продает, потом обращаются к нам и спрашивают финансирование этой сделки. Мы ведем анализ в течение 3 дня и дадим сразу решение о видящем займе и видящем лизинге как раз. С этого точки зрения для предпринимателя это важно, потому что он быстро получает ответ и быстро получает ту технику, которая ему нужна для работы.